Ребята, всем привет, с вами Мангус, это прохождение Анна 1800. И эту серию мы начнем с того, что мы потихонечку... Так, сейчас быстренько проверим. Ну, ничего менять не будем, пусть остается так, как есть. То, ну, я немножко украсил наш зоопарк. Тут вот такой вот у меня получился вход. Тут вот фонтаны со слонами, тут колонны небольшие. Тут как бы два... Баннера у меня стоят, типа там львы, все такое. Скамеечки поставил. Ну, так, тихо. Немножко набросал. Так, пираты меня там уже достали эти. Постоянно атакуют. Надо сейчас решить эту будет проблему. Тут сделал как бы такую пиццерию. При входе в парк, чтобы можно было где-то посидеть, покушать, поставил столики. Ну и расставил наши загоны для животных. Тут вот у нас это все. Фонтаны там ставили с вами. Кстати, прикольный такой у нас маленькая Венеция получилась. Да, тут на лодках плавают, люди гуляют, все нормально. Ну и тут у нас играет оркестр, люди также отдыхают. Будем, в общем, где-то покупать животных. Заселять их в наш зоопарк. Так, что дальше я хотел сделать? Так, нам требуется у нас уже 1000 с лишним ремесленников, да? Мы вроде все потребности им уже выполнили, кроме шуб. Шубы пока что я не могу производить, потому что на шубы мне нужно... Так, где у нас это получается цепочка? Мне нужен или хлопок, чтобы потом производить ткань, ну или сама ткань. Шкуры мы найти, ну, добывать сможем. У меня вот тут вот, как мы, вы помните, мы себе прибрали к рукам вот этот островок. Жизнь фермера скромна, но разве пышна? Поэтому, наверное, я сделаю вот так вот. Мы просто эти шубы, где они у меня находятся, вот, мы их поставим, так это продать, купить. Мы их поставим на закупку и будем где-то, ну, штучек, пускай будет 50, наверное, да, я так думаю, постоянно закупать. Ну вот, 58. Кто-нибудь будет приплывать к нам, те же нейтральные игроки, и продавать нам шубы. И будем удовлетворять наших ремесленников. Прибыль у меня пока 685 идет в минуту. И надо будет как-то нам увеличивать эту прибыль. Нам тут еще подарок какой-то прислали. Кстати, что у нас там идет по дипломатии? Я хотел посмотреть. Мир, торговля, да? Тут у нас только 25 очков. Наверное, еще немножко и война будет. И тут репутация 52, да? А тут 45. Ну, воюем, в принципе, только с пиратами. Ну, чувствую, скоро... Корабль атакован. И вот с этими начнем, да? Так, наш корабль атакован. Опять тут пираты наши корабли донимают. Поэтому хочу сплавать... Вернее, вот сюда... У нас вот есть какие-нибудь корабли на закупку? Это у нас кто? Ее величество редко нуждается в советах. Так, от раза к разу. Думаю, ей просто приятно мое общество. Это у нас, кажется, фрегат, да? Да. Или нет? Корабль атакован. Да, фрегат. Давайте, покупаем. Виконт Гаффингтон Хок. Покупаем фрегатик. Это у нас что идет? Тоже фрегат, тоже его покупаем. Так, смотрим, что тут у тебя продается с предметов. Так, у тебя тут ничего нету, а у тебя? У тебя что-нибудь есть тут? Мне все равно, в чем они провинились. Мое дело. Так, товары нет. А предметы у нас... Портовая канцелярия. Используем корабли, затраты на содержание нет. Профсоюз, ратуша. Мне бы такое что-нибудь по ремонту бы. Скорость погрузки.
Ну это хорошо на этот, как его, да? На торговый корабль ставить. Так, поменялось учета. Профсоюз, вам портовая канцелярия, профсоюз. Или сами накинете петлю на шею. Портовая канцелярия. А сколько стоит нам поменять? 5000 монет? Давайте. Может, что-нибудь найдется тут? Ратуша. Все только профсоюзы. На корабль ничего нету, да? Ни товаров, ни предметов. Хорошо, ладно. Ладно. Так, теперь мы тогда выделяем вот эти два корабля. И групповой. Корабли перемещаются группами и движутся со скоростью самых медленных. Так, назначить маршрут патрулирования. Вот, я хочу назначить маршрут патрулирования. Так, мне надо перенести сюда. И будем мы патрулировать нашу гавань, да? Вот, примерно отсюда. Нет, так. Отсюда. Потом пусть они плывут у нас вот сюда. И потом вот тут. Так, чуть-чуть отдалить, да? Так, а где у нас там наш остров дальше? Ага, там пошел вот сюда. Потом вот сюда. И вот до сюда. Все. Патрулируют. Два у нас фрегата, да? Я хочу, наверное, назначить их на... Давайте их на двоечку назначим. Получится мне их на двоечку назначить? Да. Все, назначил их на двоечку. Все, пусть плавают, контролируют тут нам эти воды. И, в общем, уничтожают пиратов. Так, давайте посмотрим по островам. У кого что мы можем еще прикупить? Так, у тебя там что по долям? Не, ну тут у тебя сильно дорого, да? А тут на острове. Так, сколько тут? Корабль атакован. 37 тысяч, да? Давайте у тебя, наверное... Смогли, да. Смогли торговаться за мой остров. Возможно, я недооценил. Недооценил он. Так, это дорогой. Дорогой остров. Какие-нибудь такие недорогие, да? Потихоньку доли у них тут выкупать нафиг и вести их вот за 48 тысяч давайте купим. Чем выше богатые над бедными. Так, а у тебя тут что? Ну, у тебя, наверное, дорого будет, да? А, у него это даже купил монеты. Ну да, тут дорогие. Потихоньку выкупают у него тут доли тоже. Этот зеленый засранец. Так, а тут у тебя что? Так, давай мы у тебя тоже тут это только все выкупим. Искушенный знает, что все можно купить. Будем потихонечку, помаленечку вас выкупать. Такс. И по поводу экспедиции. По поводу экспедиции нам нужна в поисках Изабеллы Сармента, да? Готовимся. Да, вот в эту экспедицию я хотел сплавать. В поисках Изабеллы Сарменто остров Просперити, похоже, стал причиной бед вашего отца. Его обвинили в продаже острова Изабелле Сарменто, лидеру движения за независимость. Хотя она и настроена против королевы и империи. Сэр Ачербальд полагает, что, возможно, Изабеллу удастся склонить к сотрудничеству. Так, выбрать корабль. Но я хотел еще, давайте быстренько глянем. По заданиям нам что надо сделать? Да, завершить экспедицию в поисках Изабеллы Сармента. И нам еще надо экспедицию по следам Ее Величества. Ну, это мы сделаем, наверное, потом попозже, да? Так, нам надо отправиться вот Изабеллы Сармента. А это у нас... А, это у нас просто археологическая экспедиция есть. Да, замечательно. Отлично. Так... Ладно, возвращаемся обратно к себе. И давайте отправимся мы все-таки в эту экспедицию, да? Выберем корабль. Это у нас будет Кондор линкор. Да. Курс верный. Отправляем его.
Так, нам нужны запасы провизии, навигация и порох, да? Давайте вот это пока что убираем. А нет, хотя... Хотя нет, это предметы, да, у меня были? Я бросил курить. Мне рановато на тот свет. Хочу оставить, это бонус для экспедиции. Но он мне потом нужен. Там, кажется, ремонт у нас корабля идет, да? Так, это флот. В общем, смотрим. Нам нужны запасы провизии. Это мы возьмем тогда, наверное, наш хлеб. Есть. Потом... Корабль атакован. Нам нужна охота и навигация. Давайте глянем, что у нас тут есть. Ремесла, медицина. Вот, охота у нас есть, да, глина. Но у меня глины-то как таковой и нету. Интересно. Так, что мы можем взять? Муки у нас как бы тоже нету. Хлеб мы взяли. А вот у нас охота есть. Уголь, да? 15. Давайте возьмем охоту. И нам надо что-нибудь с навигацией. А с навигацией... Давайте поплывем без навигации. Все, начать экспедицию. Где там кто на нас нападает? Не пойму. Так, покажите, где там кто на нас нападает. Нет, вот тут вот. На ваш корабль напали. Новая задача? Угу. А это у нас клипер, да? Вот же засранцы. Эти пираты. А где у меня мои кораблики? Давайте срочно нападаем на него. Пираты тут расплавались. Покоя нам не дают. Но. Ускоряем. Поплывут они, нет? Нет, они патрулируют. Ну, пират... Пират отстал, да? Пират у нас отстал. Так, тут бы мне еще доки какие-нибудь построить. Ремонтные. Было бы вообще классно. А что мы... У нас там по ремонту мы можем какие-нибудь доки поставить? Так, вот. Ремонтный кран есть, да? Содержание 50 всего. Почему нет? Давайте мы его... Вот тут вот где-то, наверное, вот так вот и поставлю я, да? Ремонтный кран. Ну да. Вот так вот его развернем. Кто сюда будет подплывать, будет у нас тут ремонтироваться. Делаем вот так вот. Проводим тут мы дорогу сюда. А... Волк, а вы... Угроза объявления войны. Олень, да иди ты говорят, задницу. Война так война. Такс. Мне нужно где-то... Ага, вот она. Вот проложить тут дорогу, да? До ремонтного крана. Вот так вот мы ее делаем. Да. Сейчас только вот тут я дорогу вот эту удалю, а вот эту мы тут пристроим. Вот так вот. Ну вот, вроде как. Идет строительство, обучение прекрасных механиков. Ну вот тут кораблики наши будут уже воевать. Кстати, можно еще пушки тут поставить. Да, на острове, орудийная башня. Давайте одну где-нибудь... Шлепнем вот тут. Так, как оно у нас тут стоит, да. Одну вот тут поставим. Одну где-нибудь мы поставим с вами. Также вот тут вот. И одну где-нибудь. Ну, давайте где-нибудь вот тут. Так, а чтоб на одной линии они у нас были, это куда мне их надо вывести? Примерно где-то вот тут, да? Не, давайте я ее чуть-чуть сюда выдвину. Ну и что, она будет немножко у нас вперед выступать, да?
Ставим вот тут. Твои люди умеют сражаться. Так, теперь нам надо провести сюда пристань. Это мы делаем вот так вот. Такс. Тут еще смогу пристань достроить. Да, вот так вот. А тут? Вот так могу, да? А тут на берегу он что-то уже почему-то не хочет строить. Ну и ладно. Потом нам надо вот это вот соединить, да? Также. Давайте соединим. Тут вот так вот соединим. Ну и тут нам надо также соединить, да? Вот так вот сделаем. Ну вот, пушечки у нас уже стреляют. Хотя можно было не соединять, они и так у нас нормально стреляют. Так, что там у нас по экспедиции? Отправляемся в экспедицию, да? Так много. Все, корабль у нас поплыл. Да, линкор наш уплыл. Так, это у нас кто? Это наш флагман, кажется, да? Получается. Да, флагман борзый. Пусть пока что... Ну, я не знаю, тут... Да, тут вот стоит возле крана. Пока пусть контролирует эту всю систему. Так, тут какое-то у нас задание. Давайте посмотрим, что тут за задание у нас еще. Пожелайте нам удачи. Удачи. Ни пуха, ни пера, как говорится. Я счастлив, как мальчишка. Принесете еще подарков? Ну и что ты хочешь? Я лишь винтик. Чтоб мы тебе сделали. В ваших руках. Потребность жителя колбаски 14 тонн и хлеба. Да, забирай. Неплохо, без проблем. Мастер приготовления колбасок. Профсоюз, затраты на содержание минус 30%. Плюс дополнительные товары какие-то. Да, надо будет как-то заняться нам профсоюзами. Так, давайте посмотрим, что еще мы с вами построили, что не построили. По ремесленникам, по рабочим мы вроде все с вами построили, да, школа у нас есть, а по ремесленникам у нас получается ром. На ром нам нужны плантации тростника. Тоже... Кажется, в этой локации у нас нету, надо будет найти, где выращивать тростник и поставлять его сюда, да? Или сразу производить ром и сюда уже его поставлять. Потом варить мы с вами поставили, с шубами разобрались. Больница у нас кое-где есть, кое-где нету, да, еще. Есть университет мы с вами и у нас есть еще музей. Вот музей мы с вами не ставили, да? Угу. А у нас имеются эти, как его? Где бы мне это посмотреть-то? Предметы какие-нибудь для музея. Что у нас тут с предметов имеется? Что-то у нас тут очень мало, да? Конвертер, это профсоюз. Профсоюз. Кстати, вот портовая канцелярия, да? Область ремонта плюс 30%. Неплохой такой. Так, ну это одноразовая, кажется, да? На штука, производительность плюс 200, вероятно взрыва плюс 100. Ну, я бы его вообще куда-нибудь продал бы. Вот у нас есть музей, привлекательность плюс 20. Ратуша, профсоюз. Портовая канцелярия, эффективность порта 10%. Это ратуша, это тоже не то. Все не то. Все не то. Так, что-то у нас прибыль. То растет, то падает, то растет, то падает. У нас вообще шубы появились, нет? Амбиции существуют лишь в моем воображении. Нет, что-то у нас нету шуб. Никто нам еще пока что не продает их, да? Плохо, это очень даже плохо. Так, а вот у нашей этой... Мы тут что можем купить? Осмотрелись. Мишки у нас есть, да? За... Так, это новое посевное место. Гибискис. Ну, это для украшения, да, зоопарков там или наших музей, там, типа дорожки. Сакура, это ботанический сад. Это тоже ботанический сад.
Это украшение, да? А с товаров что у тебя есть? У тебя есть пиво. А, запросы на шубы покупают. Но нет у нас шуб. Но зато может продать ром. Может уже продать люди ром, видят, да? Люди то, что они хотят видеть. Я научилась этим пользоваться. А нам ром кому нужен? Ром. Уровень счастья. Что вам там нужно? А, вам для уровня счастья еще ром требуется, да? И тогда у вас будет все тут вообще замечательно. Ну и монетки будете вы тогда больше платить. Может еще ром поставить на закупочку? А почему нет? Давайте мы еще поставим ром. Тоже, ну, штучек тоже там. Штучек 50 на закупку, да? Чтобы постоянно нам кто-то тут их подвозил, продавал. Пусть у них будет... Ну, давайте даже вот так вот сделаем. Чтоб наши жители были счастливы. Так, кто там на нас? Куда напал? Покажите, покажите. А, ну это вот тут, наверное, наши воюют, да, до сих пор? Ох, тут пираты как. Перемирие окончено. Сейчас нам один фрегат потопит, да? Давайте, наверное, где у нас это тут еще? Начало. Да ладно, начало. Так, это у нас что тут? Корабль. А, доступно задание. Потоп. Нет, я хочу купить. Продается это что у меня продается? Фрегат. Ну, давай, я у тебя купить хочу. Фрегатик. Давай. Ты мне нужен. Решили проявить инициативу. Да, решил проявить инициативу. Где ты у меня тут? Против двоих, да, сражаешься? Ох, эти пираты как... Есть. Меня уже достали, да? Вот тут они у нас воюют. Давай, вперед, на помощь ему. Поэтому мне и нужны предметы, чтобы они могли лечиться, ремонтироваться. Мы все жаждем твоей смерти. Фрегат пиратов. Потопили мне два фрегата. Корабль атакован. Пираты покоя нам не дают. А где у меня каракатица наша? Плывет? Не вижу. А где наша каракатица вообще? А, ну да, она подплывает тут уже. Хорошо. Да, надо все-таки настроить мне, ну, оборону наших... Ну, наши воды. Вот как я поставил в патрулирование. Так вот надо и сделать нам, да? Что тут у тебя? Корабль еще появился? Нет, не появился. А у тебя предметы по предметам что-нибудь есть для кораблей? Я работаю со сбродом. Но отвечаю так. Только перед Богом и королевой. Нету ничего. Жалко. Жалко, что у тебя ничего нету. Отлично. Так. Ждем вашего приказа. Быстренько тогда. Быстренько собираем это все. Держаться курса. Погнали. Погнали, погнали. Блин, вроде скорость стоит максимальная, да, у меня? Ну, что-то они... Соперник основал поселение. Так медленно плавают. Просто... Просто ужас. Так, ром. О, ром это хорошо. Ставь парус. Сейчас мы ром отправим к нам на пристань, да? Тут где-то еще что-то было, да? Валялось или нет? Все, давай вот этот еще подбираем. И я бы купил бы еще один фрегат, но
тут вроде как не продается. Или можно купить. Так, это у меня что? Когда-то я любил одну девушку. Нет, клипер. Клипер мне не нужен. Мне нужен фрегат. Давай мне фрегат. Или можно его просто нам тут создать, да? Давайте даже, наверное, фрегат. А это что у нас? Нет, клипер. Давайте пару фрегатов создадим. Да. И назначим их в патрулирование. Потому что нам еще один там чудик в войну назначил. Так, ну флагман наш пусть пока стоит. Что у нас по экспедиции? Готовимся. Дней в открытом море 8, пока еще плывут. Хорошо, отлично. Ну, вроде как тут пока что все у нас идет нормально, да? Так, ты у меня где? Флагман, нет, это борзый. Где у меня фрегат еще один? А, вот он, все пособирал туда. Так, это что такое? Цена покупки, цена продажи. Старая пиратская шляпа, персональный. Ну ладно, выгрузим это все. Оно нам тут как бы не нужно будет, да? Давай сюда, плыви. Пиратов немножко мы с вами поуменьшили. А то получается у нас по маршрутам, да? Пираты раз, два, три. Три корабля у них еще тут плавают. Поможете нам? Ну и тут зеленого надо будет потихонечку тоже нам. Так, отражательная печь, 20 тысяч, да, профсоюз. А что нам дает это? Производительность плюс 50, вероятность пожара плюс 30, привлекательность минус 2. Ну ладно, просто мы это ставить не будем. Да и все. Так, мы между островами тут своими... Пределы своего разума. Вроде как закроем, да? Нам главное, чтобы зеленый к нам там еще не вторгался. Ну, вроде как будет нормально. Что тут по кораблям? По корабли потихонечку строится. Потихоньку строится. Этот у нас где? Плывет? Где? Где наш фрегат? А, он уже приплыл. Да, давайте это... Вот это мы выгружаем. И это выгружаем. Отлично. Так, ты давай пока отправляйся тоже вот сюда. Ставь парус. Как будет три фрегата, то тогда вас в патруль и назначим. Так, ну пока там экспедиция идет, предлагаю тогда, наверное, на карте мира перейти в НБСу. В НБСа, да? Где наш корабль? Вот он. И что нам надо сделать? Представьте императору Катеми подплыв к его маяку. Это нам вот сюда надо приплыть, да? Проложите курс. Давайте, плывем сюда. А, так мы тут рядышком и находимся. О, просто замечательно. Немножко повыполняем тут задание. Так, нажмите на пустующий торговый пост острова Табарим, чтобы взять его под свое управление. Вы поможете мне возвести новую столицу? Да, поможем. Где-то нам. Ага, это нам надо сюда, да? Давай, корабль плывет сюда. Да какие у вас могут быть права? Так. Все? Это наш остров? Чтобы да. Объединить народы НБСы, нужно быть в состоянии их обеспечить. Угу. Вот такой у нас остров, да? А тут у нас даже какой-то дворец еще имеется. Интересно прям. Просто интересненько. Интересненько. Да, постройки такие. Тут рынок какой-то, да, у них имеется. Центральный рынок. Все дела, да, тут. А, вот у них тут порт. Кстати, у них тут можно купить будет корабль, да?
продается. Угу. Ясно. Так, ну мы должны тут что-то будем с вами строить, да? Что-то делать. Никак поймать ракурс не могу. Так, постройте рынок и жилье пастухов, да? Ну давайте начнем тут мы строительство. Начнем с рынка. Ну, например, у нас пойдет рынок. Ну, давайте где-то его. Ну, вот тут посередине. И шлепнем, да? У нас продают не только товары, но и легенды, вести, молитвы. На этих прилавках так. В ходу все. Ставим сюда дорогу. Сюда дорогу. Вот так вот. Тут это мы сейчас тоже дорогой все обведем. А ну-ка, посмотреть на рыночек. Он же ж отличается от нашего. Да, тут восточный рынок такой же. Там он типа пряности какие-то продают. Тут еще кто-то колодец, воду что ли. Тут ткани. Тут всякие разные корзинки, да. Там овощи какие-то или фрукты непонятные. Так, хорошо. Нам теперь нужно дома построить, да? Так, как они у нас тут? А тут два в сане домика. Там у нас в новом свете, конечно, идет. Или в старом свете. Так, тут дорогу немножко неправильно проложил, да? Как всегда. Как всегда неправильно дорогу проложил. Поэтому, наверное, вот тут вот мы ее вот так вот уберем. А тут мы поставим вот так домики. Ну, да, думаю, вот так квадратик. Вы поднялись на новую ступень. И можно еще сюда, да, поставить домик. У нас достает рынок до сюда? Да, достает. Так, проводим дорогу. Древесина ванза прочна и практична. Вам понадобятся собственные рощи. Хорошо. Собственные, так собственные. Все это мы сейчас сделаем. Верно? Постройте дровосек, дерево, могу провести корди. Что ты хочешь от нас? Построен. Что ты от нас хочешь? Так, нам там корабли строятся. Ну, давайте сразу тогда, наверное, построим тут дровосек. Нам надо дровосека, да? Так, это время 100%. По тебе сабля плачет. Да что ж ты никак не угомонишься-то у нас? О, тут минута вообще, да? Минута 30. Ну, давайте тебя поставим где-то примерно. Минута же где-то была. Давай, вот тут. Стоит разместить их подальше от существ, что устраивают гнезда на ветвях. Так, горячительным тут напитком мы предпочитаем теплое козье молоко. Угу, понятно. Так, тут мы тебя проводим, и нам тут нужен еще маленький склад, да, где-то поставить. Как он у нас выглядит? Ну, давайте, наверное, его вот так вот, да, тут бахнем. Пусть тут пока что стоит, если что, перенесем. Потом козья ферма, нам нужно пастухи, 50 человек, да, и улучшена плодородная почва. А это у нас что такое? Ирригация, производственная цепь, водяной насос, и это у нас канал, делает почву плодородной. Понятно, с этим разобрались. Давайте тут еще немножко построим домиков. Ну, например, как вариант, вот так вот обведем вот это все дорогой, примерно вот так вот. И можно будет нам
Да, вот тут еще построить, да? Домики. Так. Ну, давайте вот так вот. И тут еще вот так вот. Обудем это дорогой. Корабль атакован. Ну, как-то вот так. Так, что тут нам не хватает? А, нам не хватает этой древесины, да? А сколько ты у нас производишь дерева? Получается. Так. Ты у нас 15 секунд 2 единицы производишь, да? По идее. Может тебе еще тут бахнуть одну штучку где-нибудь? Давайте, например, где-нибудь. Они вот так друг друга перекрывают, нет? Ну, давайте. А вот тут, наверное, у меня тогда это не достанет, да? Давайте построим тебя вот тут. Чтоб побольше дерева было, да? Так, это есть. Давайте там вернемся, посмотрим, что у нас творится у нас дома. Так. Третий фрегат у нас еще строится. Пираты опять нас тут досаждают. Ну, просто замучили меня эти пираты. Просто достали. Вот они плавают тут вдвоем. А один еще где-то... А, уплыл. Сейчас будет возвращаться. Никак она не угомонится, да? Наша пиратка. А тут у меня очередь... Ну, в принципе, ладно, пусть будет очередь, да, среди кораблей. Так, и пираты все у нас там находятся. Ладно, подождем, когда построится третий корабль, уже троих туда назначим. Так, нам нужно теперь им же... Что им там надо? Городок начинает походить на город. Так, потребности. Нам нужно, чтобы им питалось это... Молоко, да? Козья ферма. А козья ферма у нас... Прям ужас, да? А где нам ее ставить-то, эту козью ферму? Куда мы будем это все вытягивать? Ну, давайте, например... Ну, как вариант... Где бы мне ее поставить-то? Тут рядышком, ну тут можно, в принципе, дома еще построить. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. А если мы ее вот тут где-нибудь поставим, эту козью ферму? Вот так вот она одна у нас, да, получается? Где ты там? Козья ферма. Так, недостаточно ресурсов для улучшения. А, нам надо 5 досточек, да? А тут у меня склад достает вообще? Да, склад достает. Нормально. Давайте его, может, улучшить можно как-то. Нет, не можем, да, улучшить склад. Пользуются погрузочные платформы. Вот, все, появилось дерево у нас, да? Хотя бы одну сейчас построим. А, запах фермы. Козьего молока. Вот так. Коз нелегко пасти, зато их дары очень щедры. Проведем дорогу. И тут же... Это ж ферма у нас, да? Притягивает гениев. Гавань, он хочет поселиться в вашем городе. Хляк, вы согласны? Мичман какой-то... Скорость передвижения плюс 10. Да, давай. Пусть присоединяется к нам. Так, нам надо 4 поля тут поставить, да? Ну, получается, 1, 2, 3. Ну и вот так 4, да? Корабль построен. Ну, пока что так. Сюда, если что, еще
протянем. Да, сюда еще, если что, протянем ферму, да? Будет туда корабль протягивать. Атакован. А сюда мы поставим с вами небольшой склад. Если что, подвинем его поближе. Как вариант. Может, тут еще поместится у нас ферма. Так, новый табарим. Молоко доброты. Поддержите в регионе, обеспечить товаром козье молоко на уровне 80% в течение следующего времени. Минута, да? Угу. Хорошо, пока что это у нас делается. Пока там дерево у нас, он доски копятся. Отправляемся к нам сюда. Выбираем наши корабли. Назначаем их на двоечку. И отправляем их в патруль, да? Будут они у нас патрулировать нашу гавань вот тут, да? Вот отсюда. Потом вот сюда. 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 А то не достали уже эти пираты. Ну и вот здесь будут возвращаться. Втроем, думаю, они теперь, ну, получше будут давать отпор пиратам. Главное, чтобы они еще ремонтироваться могли. Но такого счастья пока что у нас не имеется, да? Так, по дипломатии у нас что? По дипломатии... А нет, мы, я думал, мы с ним воюем. Хотя нет, не стали воевать. Не стал он с нами воевать. Так, а по экспедиции что? Где мы там? Когда прибудем-то? Ага. Где родной берег? Железный дракон. Жуткий корабль перуферианцев поймал добычу. Вы наконец добрались до Южной Америки и заслужили отдых. Наступила ночь. Ваш корабль стоит на якоре в укромной бухте, и вдруг тишину нарушают крики. Позади! Во мраке возникает силуэт дракона из железа, из ноздрей его вырывается пламя. На таком же корабле ходил убийца мистера Гуда. Но этот в два раза больше. Нас ничто не спасет, но свет луны не озаряет бухту, а значит, дракон мог и не заметить вас. Если покажетесь ему, то вряд ли сможете что-то противопоставить этому чудовищу. Разве что он выбьется из сил и решит сбежать. Так, пробиться с боем у нас 60%. И попробовать пройти мимо под прокровом темноты 15%. Ну, давайте с боем пробиваться. Вы бьете точно в цель, но дракон готовится изрыгнуть пламя. В бою с врагом вы чувствуете себя ничтожными. Он больше, сильнее. Снаряды артиллерии отскакивают от его покрытого толстой броней корпуса, как горошины от стен. Дух команды сломлен. Но вдруг матросы замечают, что из-за прицельного огня по хвосту дракона в машинном отделении произошла какая-то поломка. И тут же люди в масках бегут к пасти монстра, готовить выстрел из огнеметного орудия. Вам нужно действовать быстро. Продолжить стрельбу по поврежденному двигателю или пойти на риск и выйти из бухты. Да давайте его топить уже. Команда ободряет артиллеристов. Одного выстрела в ту же точку будет достаточно для победы. Раздается жуткий скрежет, и тут чудовище в доспехах умолкает и замирает. На выходе из бухты вашему кораблю приходится пройти мимо врага. Команда видит искореженную броню, маски с издевательскими усмешками и пасть, огонь из которой чуть всех не погубил. Экспедиция может продолжить поиски Сармента, но волнительно, что перферианцы, располагающие столь мощными механизмами, всегда оказываются на шаг впереди. Вы делаете остановку в тихом заливе и надеетесь, что вас никто не заметит. Окей. Короче, дали мы ему трендюлей. Плывем дальше. Так, все, у нас тут отправились. Вроде у нас тут в хлябе пока что все нормально, да? Прибыль у нас потихонечку растет. Кстати, давайте у этого гаденыша острова потихонечку, наверное, дальше выкупай, да? 43 тысячи, влияние 10. Да, давайте. Захудалый остров. Неудивительно, что вы хотите его купить. А то он там то войну нам хочет устроить, то еще что-нибудь. Сейчас мы тебя потихонечку это все и выкупим. Так. Тут у тебя что? Монеты 27 тысяч, да? Да. Покупаем. А, отлично. Так, маленькие острова. Смогли тут есть какие-нибудь еще? За мой остров? Возможно, я недооценил вас. Маленькие острова еще какие-нибудь есть у этого
Можно что-нибудь выкупить? Будем потихонечку у них. Потихоньку, помаленьку. Выкупать. Королева тоже. И тем самым будем повышать себе прибыль, да? Так, у тебя что мы можем купить? Сколько стоит монеты? 22 тысячи, да? Давай. Также потихонечку будем покупать. Ну, на большие острова пока что рассчитывать не можем мы. Да? Встань сильно. В очередь, проныра. Все, отлично. Просто отлично. Только у меня прибыль почему-то опять упала. Да, у нас то в плюс она идет, то в минус. Непонятно. Так, что у нас там в НБС происходит? А в НБС у нас тут вроде... Вроде, ну пока что вроде все нормально, да? Мы поднялись на новую ступень. Райончик теперь у нас, да? Мы можем производить с вами... Кстати, насчет пожарных. Давайте пожарных, наверное, я вот тут вот в этом углу и поставлю, да? Так, это профсоюз. Мне нужна пожарная часть. Вот тут мы тебя... Так вот. Нет соединения с каналом. Ага. Тебе нужен канал, да? Канал. Канал, канал, канал. Тогда мы тебя просто перенесем, наверное, вот сюда. Вот так вот мы тебя поставим. Так, а что у нас тут по каналам? Пастухи, пастухи. Нам нужен канал, да? Водяной насос. Я так понял, мы его можем ставить только вот в этих местах, да? Все, он у нас стоит. И теперь нам нужно протянуть сюда еще канал. Ну, давайте вот так вот. И как-то вот так вот, да? Во, водичка пошла. Блин, ну классно сделали, да, тут такие перегородочки. Вода потихонечку идет. Трава сразу зеленеет вдоль канала. Блин, ну это супер. Это просто супер, да? Так. У нас 80% в течение минуты там надо. Я думаю, что у нас идет тут? Корабль атакован. По нашему козьему молоку. Так, оно у нас никак не идет, да? Наверное, надо построить нам еще одну ферму. Давайте мы как раз таки ее вот тут вот шлепнем. Вот так вот. Тут проведем дорогу, конечно же. И тут поставим 4 поля, да? Раз, два. И вот тут, наверное, 3-4. Во, вот так вот. Ну, вроде как нормально. Да, тут, если что, смогут у нас выйти. Угу. Так, тут осталось нам 20 секунд, и все будет отлично. Посмотрим, что тут еще можно нам построить. У нас 95 пастухов. Может, тут еще домики нам, как вариант, поставить. Например, как бы райончик вот тут вот, да? Вот такой вот. Сразу. Да. Вот так поставим. Это все мы соединим дорогой. Да, а вот эту... А вот эту удалим. Ну, вот так как-то. Пока что так, да? Вот эту дорогу тоже пока что удалим. Тут, может, что-нибудь еще поставим. С вами построим. Так, у нас тут добывают. Да, добывают. Тут добывают. Все, отлично. Тебя мы бустануть можем? Нет, нужны какие-то старейшины. Нужны старейшины. Это нам, наверное, вот этот вот надо будет домик улучшить, да? Так, им теперь требуются наряды. Наряды. Что нам по нарядам? Нужна льняная ферма. Семена льна производит. Так, минуту, да, не делаются. Потом
Льняная ткань делается 30 секунд. Адмирал, и это минута. Адмирал! Так, да, слушаю. Я отмечу ее местоположение на карте буквы «С», говорит Рамон, которого сэр Арчибальд отправил с вами. Почему не «Х»? Разочарованно интересуется капитан. «Сарменто», отвечает Рамон. «Она ключ ко всему. Вы несколько дней шли вдоль берегов Нового Света, однако пришло время решить, как вы продолжите свой путь. Впереди устье извилистой реки. Неизвестно, с какими опасностями вы столкнетесь, если пойдете вверх по течению. Возможно, стоит выбрать маршрут по суше», с надеждой вопрошает штурман. Вид мрачной и зловещей чащи леса заставляет усомниться в разумности такого решения. «Нужно выбрать меньшее из зол, адмирал. Плыть вверх по реке и идти через джунгли». Пу-пу-пум, пу-пу-пум. Так, у нас получается... извилистая река, да? Устье извилистая. Неизвестно, с какими опасностями вы столкнетесь, если пойдете вверх по течению. Или по суше. Давайте по суше пойдем. Вы нужны нам, адмирал. Оставив часть команды присматривать за кораблем, отряд углубляется в джунгли. Невозможно передать впечатление путешественников, очарованных новыми землями. Они восторгаются пением экзотических птиц и криками капуцинов. По дороге им попадаются дремлющие змеи, а оцелоты разбегаются, едва завидев людей. Муравьи спешат по своим делам, таская тяжелые грузы, не обращая внимания на путников. Моряки идут через джунгли в приподнятом настроении и несколько часов спустя выходят к узкому, но весьма глубокому ущелью. На карте отмечено место, в котором можно перебраться через разлом. Однако ваши люди не видят ничего похожего на мост. Обойти ущелье сбоку, по всей видимости, невозможно. Остается лишь использовать канаты, чтобы спуститься вниз и подняться на другой стороне и попытаться соорудить мост. Так, попытаться соорудить мост, у нас 30% шанс на успех. Организовать спуск и подъем 10, да? Давайте мост попробуем соорудить. Ваши люди с легкостью находят достаточно высокое дерево. При падении оно удачно вкапывается в землю, достаточно, чтобы не проворачиваться. Для верности его дополнительно закрепляют веревками. Моряки тщательно подошли к делу, и теперь отряд может с легкостью перебраться через ущелье. На другой стороне Рамон, человек сэра Арчибальда, обращает ваше внимание на отметины, оставленные кем-то на земле. Здесь прошли люди, возможно, следы приведут ваших людей прямо к Изабелле Сарменто. Но пойти по следу означает отклониться от маршрута, нанесенного на карту, а в джунглях уже сгущаются сумерки. Так, и что нам надо сделать? Придерживаться карты, ну мы же с вами без навигации, да, или идти по следам. Давайте, наверное, хоть какой-никакой, но 15% шанс есть, да? Пойдем по следам. Идти по следам подозрительно легко, кажется, мы что-то упускаем. Почему скрывающиеся повстанцы оставляют столь заметные следы? Да их даже слепой не потеряет, говорит ваш следопыт. Именно, отвечает ему голос из-за деревьев. Из зарослей раздается шум, и моряки понимают, что они окружены. Со всех сторон на них смотрят дуло ружей. На открытое место выходит человек в капюшоне и указывает пальцем на вас. «Ты идешь с нами!» – выкрикивает он. Вам завязывают глаза и сковывают руки. Некоторое время вас везут на лодке, затем вы предстаете перед женщиной. Вероятно, это Изабелла Сарменто. «Кто вы?» – спрашивает она. Сурово. «И что вы здесь делаете?» «Так, мы прибыли по поручению Ее Величества. Мой отец Самуэль Гуд. Нас преследуют периферианцы». Ну, давайте... Да, нас же преследуют они. Преследуют. Так и отвечаем. Изабелла вздыхает. Облокотившись на подоконник, она вглядывается в бирюзовые волны. «Так значит, периферианцы – ваши враги. Мне сообщили, что они отправили Железного Дракона, чтобы вас остановить». Изабелла нервно выдыхает. «Сперва я не поверила, но вы и правда рисковали жизнью, чтобы добраться сюда. Она подает стражникам знак освободить вас. Что ж, по крайней мере, я хочу услышать, что вы намерены предпринять». Окей. Знал, что команда... Нашли нас все же. Что ж, оглядитесь.
Что могут сделать прихвостни Империи такого, что нам еще не сделали перифорианцы? Мисс Сармента, мы здесь лишь за тем, чтобы доказать невиновность нашего отца, Самуэля Гуда. Гуд? Тот самый, что продал мне остров Ее Величества? Он так же виновен, как и я. Не знаю, как вы, но мой отец никогда бы не предал королеву. Хотите сказать, я лгу? Любовь слепа. Давным-давно перифорианцы сказали мне, что однажды ваш отец явится, чтобы продать мне просперити. Я знала, что заговор против Империи добром не кончится. Когда я отказалась работать с перифорианцами, они преподали нам урок. Этого недостаточно, чтобы раз и навсегда покончить с перифорианцами. Перифорианцы забрали просперити сразу же после подписания договора. Теперь мои люди бурят для них нефтяные скважины, словно рабы. Нас сломили. Мы боимся. Да, мы похоронили погибших и нашли укрытие, но я не могу дать убежище всем. Нам очень жаль это слышать. И все же я настаиваю, наш отец... Вы не отступите? Тогда к делу. Защитите людей, поддерживающих сопротивление. Если пойму, что вам можно доверять, я добуду для вас договор купли-продажи просперити. Согласны? Ля Фортун, играйте честно, иначе мы никогда не поладим. Так, это у нас, я так понял... Очередной пират, да? Глава 3. Просперити. Угу. И это остров, который нам предлагают заселить, да? Вашу проблему. Ну, в принципе, такой уж не маленький. Перифорианцы не оставят нас в покое, если мы переселимся самостоятельно. Не маленький порт, да? На ваш остров. Давайте корабль сюда, мой флагман сюда подгоним пока что. Мы вам поможем, но сначала помогите нам вы. И нам нужно будет тут дать убежище на Лаисла следующим персонажам. Корнолера. Каждый будет отомщен. 50 человек. Ну, типа наших крестьян, да? Только тут называются они Харнолера. Империя ясно. Ничем не лучше перифорианцев. Мы для них просто пешки. Ну, этим, наверное, мы займемся с вами в следующей серии, да? Тут я хотел НБСа вот это наше доделать. Что тут у нас получается по складам? Молоко наше тут нормально идет? Так, прыжок в новый мир. Наследники Гуда отправляются в неизведанные земли, встречают Изабеллу Сармента, лидера мятежников, ярую противницу Империи. Согласится ли она сотрудничать? Раскроет ли правду о Самуэле и острове Просперити? Угу. Я сломаю ваш хоботок, долгоносик. Так, угрожает вам угроза объявления войны, требование предложить деньги. Нет, деньги мы тебе предлагать не будем. Люди, это в этом регионе Энбесы мало воды, но мы с Биньямом создали систему орошения. Соединитесь с водяным насосом, 50 сегментов, а да, разбейте на рошами почвы все поля льна. Вот, что у нас тут получается, да? Нам нужно поля льна на орошаемой почве с вами как-то сделать, да? Получается тогда, ну давайте мы сделаем вот так вот, да? Потом получается у нас ферма льна. Ну, пусть будет, например, она у нас стоять вот так вот, да? А сколько нам тут полей надо поставить? 96, да? Ну, например, вот так вот мы ставим. Это сколько получается? 94. И тут 90. 6. Отрадно видеть систему в работе. Взращивание угу. Основа нашей культуры. Так что вода ключ к объединению Энбессы.
Так, а нам нужно еще одну, да, поставить. Тогда мы, наверное, вот тут вот проведем с вами. А нет, нет, мы не так сделаем. Наверное, вот тут я еще одно поле поставлю. Вот так вот, да? И тут теперь... вот тут провести еще также поля. Максимум вот так вот, да? 96. Отлично. А вот тут мы с вами проведем еще один вот такой вот канальчик. Вот до сюда. Ну, пошла водичка. Травка зеленеет. Ну да, все у нас просто так. Обычно пастухи сами ткут себе одежду. Но им нужен лен, а льну нужна вода. Так, а если мы сделаем вот так еще? И где-то примерно тут мы тебя перекроем, да? Тут мы поставим, например, склад. Вот так вот. Шлеп, готово. Есть у нас тут такое дело, да? Даже мы тебя немножко переставим. Вот сюда, на одну клеточку. Вот так вот. Так, тут мы проведем тогда дорогу сюда. Пока что. Вообще, если честно, не знаю, как тут на этих островах тут развиваться. А, мы, кстати, тут еще можем, да? Если что, построить вот этот насос. И вам копию, давай. Что там у нас? Нехватка мехов. Опубликовать. Не будем ничего менять. Пусть так все и остается. Так, теперь нам надо построить одну льняную мастерскую. А мы ее, наверное, поставим. Льняную мастерскую. Вот тут вот мы ее и поставим. Да? Корабль атакован. Вот так вот. И надо... наряды. А наряды, да, как оно у нас там выглядит. Ну, вот так вот я понимаю, что это вход, да? Вот так как бы прикольно выглядит. Ну, ладно. Мы поставим входом вот сюда, да? Ну, и как-то... нет, тут мы дорогу оставим. Клеточку. Одну поставим сюда. Одну сюда. Ну вот, вроде как-то так, да? Надеюсь, молодежь посетит Табарим и освоит эти ремесла. И надо построить площадку музыкантов нам еще, да? Тут получается. Корабль так. Такого. Площадка музыкантов. А где мы тебя поставим? А мы тебя вот тут вот и поставим, да? Площадка музыкантов вот так вот по центру. Я думаю... да, тут, если что, потом обыграем этими какими-нибудь декорациями. Так, ну и нам нужно пышные наряды еще, да, им произвести. 88 у нас, получается, пастухов. Угу. Так, а что у нас там идет? Козьего молока, в принципе, не хватает, да, им? Не хватает козьего молока. Не знаю, как будет насчет нарядов. Но козье молоко, я думаю, наверное, надо еще одну ферму тут разместить нам. Тут как раз таки возле склада. Давайте это мы и сделаем. А, у меня не хватает дерева. В общем, ладно, возвращаемся тогда к нам в Старый Свет. Посмотрим, что там, пока там копится у нас дерево. Тут вроде все нормально. Так, что там наши корабли плавают? Плавают. Три фрегатика наши патрулируют тут все, да? Пираты наши тут потихонечку курсят, да? А этот и этот маленький. Вот, ну плавает и там где-нибудь у них. Нет, плавает возле нас. Так, давайте посмотрим по островам, да? Что тут мы можем... у них выкупить еще. Ну, давай тебя потихонечку будем дело докупать. Не в деньгах. Да? А что ты тут производишь вообще?
Что ты тут добываешь? Это что у тебя такое? Свободные. Вон что ты добываешь. Понятно. Ну, у тебя тут даже порт имеется. Нормально, если мы у тебя этот островок отожмем. Ну, в первую очередь я хочу вот у этого все тут поотжимать, да? Так, ну тут уже 44 тысячи надо. А у нас денег пока что столько и нету. В общем, надо подкопить. Ну, прибыль, в принципе, у нас идет неплохая. Неплохая прибыль. Операты. Операты тут оккупировали. А, они поняли, что получат триндюлей, да, и оплывают наш остров. Ну, хорошо, плавайте там. Все равно вы тут рано или поздно на наши пушечки нарветесь. Так, ну денежка потихонечку идет. Кстати, что нам приносит? Слава богу, народа больше. 745 долларов, да, только приносит пока что у нас наш причал, да? Давайте посмотрим, что у это есть у нас зоопарка. Мы можем что-нибудь купить. Так, предметы. Это что у нас такое? Музей опять. Ботанический сад. Профсоюз. Профсоюз. А ты думаешь нам что-нибудь продавать? Пум-пум-пум. С этого зоопарка. Или нет? Давайте обновим. Так, у нас тут имеется азиатский буйвол за 30 тысяч, да? А это что у нас? Это музей. Ботанический сад. Ботанический сад. Так, тогда давайте флагман отправляем сюда. Быстренько. Хочу у нее купить предметы. Буйвола. В зоопарк. Ну и в принципе можно нам, наверное, как вариант еще попробовать построить где-нибудь вот тут вот с этой стороны музей, да? Так, давайте, пока у нас там плывет этот корабль, где у нас ремесленники. Музей. 100 долларов на содержание. Ну, думаю, не обеднеем. Думаю, не обеднеем. Так, как мы его можем развернуть, поставить? Ага, вот так вот у нас будет вход, да? И мы где-то его, наверное, примерно... Ну, примерно вот тут, наверное, я его пока что и поставлю, да? Потом, если что, поиграемся еще с ним. Так, вот так вот мы делаем сразу. Тут дорожка вот так пойдет. Тут вот так. Угу. И. Так, мы также музыкальный павильон сможем поставить. И выставки, да, пустующие. Ну, давайте, например, пока что, временно одну поставим вот сюда, да. Поставим сюда. И сюда у нас есть, вот, рукописи с миниатюрами. Привлекательность плюс 20. Отлично. Ну и потом будем тогда по мере поступления нам вот этих там на музей всяких реликвий и всего остального, да, также добавлять, как-то что-то потихонечку перестраивать. В общем, думаю, тут еще не один раз все изменится. Ну, пока что так, да. Вход потом тоже как-нибудь задекорируем. Корабль атакован. Кто там у нас атакован? Покажите. А, это наш флагман. Так кто он сейчас его... Атакован. Он же его сейчас просто уничтожит. Тем более на флагмане у нас... подожди-ка. Тут что-то есть. Груз какой-то. А ну-ка, давай, подбирай. Там наши ребята еще.
воюют с пиратами. Так, цена покупки, цена продажи. А вот мы тебя как раз таки и продадим. Так, где ты там у нас? Плывем вот сюда к тебе. Пока что. А тут наши ребята воюют, да? Плавают. Три фрегата. Пираты тут потихоньку отгребают. Ну, по крайней мере, они хоть тут перестанут у нас плавать, да? А что ты мне тут... Это что тут такое у нас? Нужное место какое-то. А, сделать фото. Ну, давай. Почему нет? Вот так вот мы тебя сейчас и сфоткаем. Как раз у нас лодочка там рыбацкая отплывает. Отлично. Подтвердить. А я думаю, что он мне там пишет? Это поможет мне в переговорах с вашими правителями. Угу. На Инбесе тоже мы потихонечку все с вами выполняем, да? Так, ну что, вроде неплохо. Вроде неплохо, только у нас почему-то прибыль то растет, то падает, да? Постоянно, непонятно. Единственное, что там наш корабль доплыл, нет. Флагман наш. Корабль атакован. Давай его потопи чертям собачьим. Он замучил. Эти пираты просто достали уже. Давай. Быстренько его сейчас просто завалим, да и все. И поплывем дальше. Мы уже почти на месте. Мне надо успеть еще быков купить. Но... По тебе сабля плачет. Так. Также забираем. А это только возмущается. Так иди терроризируй. Вон там полно на карте. Кого можно терроризировать, да? Что это нам дали такое? Место использования военные корабли. Беглый огонь. Урон за выстрел минус 50. Скорость атаки плюс 100. Исчезнет после использования. Да не, продадим, наверное, да? Если постоянный бонус был, то еще нормально. А так, давай, плыви сюда. И мы с вами сейчас это все закупим. Так. Да. Вы явно что-то ищете. Это мы продаем. Это мы продаем. Факт о ненападении. Торговля. И покупаем у тебя азиатский буйвол, да? А это что у нас? Место использования музей. Привлекательность плюс 20. Цена покупки тоже 30 тысяч. А у нас денег... Да давайте тоже купим. Здесь не хватает места. А почему здесь не хватает места? А если это уберем... То все хватает, да? Торговля у нас есть. Ну, а это... А, у нас денег просто нету. Все, я понял. Я думаю, что мне не хватает места. Ну и флагман наш отправляем к нам сюда в порт, да? Куда-нибудь вот сюда. Лучше обезопасить себя от пожара. А в НБСе у нас что? Легко загораются. Так, поговорите с КТМ о старом свете. Позаботьтесь о том, чтобы у пожарной станции был быстрый доступ к воде. Ну, мы построили пожарную станцию. Что? Храбрые что тебе люди. Не так? Есть у нас все. Пугает жар пламени. Так, у нас есть тут даже задание какое-то. Как они там? Хочу узнать побольше. Так, Абиним отстань. Говорит, в ваших землях... Отстань. Это так страшно не иметь семьи. Ты слаб, одинок, угрюм. Нужно заботиться о стариках, у которых никого нет. Ну, давай. О, прекрасно.
Так, еще нужно сделать потребность жителя в молоке, да? А у нас что, получается, молока нету, что ли, да? Где у нас тут порт какой-нибудь? Мы, кстати, можем его бусануть? А, нет, там старейшины нужны. Ну, молоко. Козье молоко нам плюс не идет. А, мы же хотели поставить с вами еще одну ферму, да? Молочную. Давайте ее, наверное, как раз таки поставим вот тут вот, да? Вот это мы просто сейчас на одну клеточку перенесем. Вот сюда. А, нет, нам переносить это не надо. Я могу вас научить, если хотите. Нам надо поставить тут 4 фермы. А, туда мы не можем, да? Ну, тогда мы вот тут вот тебя и поставим. Вот так. Все, у нас все достает. Склад, да, до сюда вот достает. Отлично. Пока что все отлично. Молоко у нас сейчас также должно пойти в плюс. Не хочу надо давить, но нам нужна помощь. Да, понятно. Сейчас у нас молочко пойдет в плюс, и мы вам дадим 11 молока. С одеждой у нас нормально. Одежда идет в плюс, все, производство идет в плюс, да? Тут у нас все по нулям. Хорошо, увеличивать пока что ничего мы не будем. Кстати, у нас деньги были в минусе. Ну, прибыль у нас 1200 почти. Так что прибыль пошла. Все вроде как нормально. Так, поговорите с Китемой о Старом Свете. Давайте. Удивительный Север. Вопросы. У каждой империи много достоинств. Но каково, по вашему мнению, главное достижение Старого Света? Наша культура, наши производственные успехи и рост экономики, развитие флота и военные успехи. Ну, наверное, скорее всего, давайте культура, да, ответим. Интересно, и как вы приобщаетесь к культуре своих людей? Ну, честно сказать, я мало что знаю о культуре, да. Небольшого музея или зоопарка достаточно, чтобы порадовать посетителей. А, у нас не хватает привлекательности. Ну, отвечаем вот так. Что больше всего привлекает вас в работе архитектора, строителя или ученого, да? Я люблю исследовать мир, раскрывать его тайны. Я люблю строить и становлюсь в этом деле все лучше и лучше. Я руковожу действиями своего народа, помогаю ему процветать. Я владыка семи морей. Нет, да? Ну, наверное, люблю исследовать мир, раскрывать тайны. Не, наверное, вот это ответим, да? Чтобы процветать, руковожу своим народом. Вы сторонник популизма? Или вы действительно так благородны, что искренне заботитесь о своих людях? Так или иначе, примите этот подарок. Он поможет вам в наших начинаниях. Продолжить. Ну и что ты нам дал? Признаю, я ожидал большей эксцентричности. Возможно, мы не такие уж и разные. Угу. И нам надо вот сюда приплыть, да, забрать корабль атакован. Подарок какой-то. Все. Так, ладно, с НБСом мы вроде как с вами тут вроде настроили. Где тут наш остров? Вот он, да? Осталось только им молоко доставить. Что там у нас по молоку? Ну, сейчас будет молоко, да? Сейчас молочко у нас пойдет и будем, в общем, выполним задание. Хорошо, давайте пока что возвращаться обратно к нам в Старый Свет. Наш флагман приплыл, поэтому мы вот тут вот все вот это выгружаем. Это выгружаем. Флагман пока что пусть у нас стоит вот тут. Хорошо. Так, а мы в зоопарке с вами. В зоопарке давайте расселим быков, да? И поставим их, наверное, вот с этой стороны. Подальше от медведей. В зоопарк. Так, быки. Ну-ка, хочу посмотреть на них. Угу.
Ну вот так вот они у нас выглядят. Вид сверху. Тут вроде как кормушечка такая, да? Получается. Ну, неплохо, да? Тут у них вроде как поилка, колодец. Или что-то там, не знаю. Или вот у них поилочка. Ну, неплохо. Неплохо вроде как сделан, да? Все. Ясненько и понятненько. Так, ну и наш доход. Что и в прошлый раз. А наш доход пока что тут не увеличится, да? Ну, тенденция уже стала расти. Там сейчас проплывут туристы. Ну что ж, посмотрим. И будет потихонечку. Да, забирай молоко. Я вас не сомневался. И гигантскую восточную улитку нам дал. Место использования зоопарк. О, ну это надо будет как-нибудь потом от нашего края перебросить. И его императора. Так, а ты нам что даешь, что мы там уже приплыли к тебе? Тоже, короче, нам что-то дал. Ну что, ребята, тогда, наверное, продолжим уже в следующей серии. Может, в следующей серии начнем вот это Лаисла мы улучшать. Ну, потихонечку Инбеса и потихоньку будем с вами... Чудный напев. Тут что-то делать. Надо нам выходить вообще в производство... Производство шуб. Ну, нам их... Я поставил вроде на закупку, да? Производство шуб. Но нам их почему-то пока что не хотят завозить. Ну, никто нам их не продает. Хотя ром вроде нормально, да? Ром у нас имеется. Продается. Отличный денек. Хорошо. Все, ребята, спасибо всем за просмотр. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Также не забываем подписываться на канал. Ну а с вами был Мангуст. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.